Когда на балет я иду, билет беру в первом ряду. Естественно. Как только начнется балет, тот балет, тихонько пою я куплет. Ножки, балерин, без вас не в силах жить я день один. Ах, если б только мог, я жизнь бы все провел у этих ног. Домой, приходя поутру, тихонько крадусь по ковру. Жена не поймет меня, нет. Тебя нет. Она ведь не любит балет. За что? За ножки, балерин. Миллион стройных ног. Без вас не в силах жить я день один. Миллион стройных ног. Если б только мог, я жизнь бы все провел у этих ног. Я немощен стану и стар. Станешь. В душе поутихнет пожар. Тот пожар. Но все ж, прежде чем помереть, я все ж приду посмотреть. На что? На ножки, балерин. Миллион стройных ног. Без вас не в силах жить я день один. Миллион стройных ног. Я старый, все те же видит Бог. Я счастлив умереть у этих ног. Очень режут плечи лямки рюкзаков. Шли тропой небритые туристы. Ночью маленький отряд весельчаков. Каждый полон мужества и снеди. На душе приятно и легко. Вдруг раздался голос Феди: может, мы домой поедем, дом еще недалеко. Заела ножка, еще немножко, умру от ее зубов. Слезой зальется мама. Не пойду я дальше с вами, комаров кормите сами, я пойду назад в Тамбов. Спрятал Федя голову под мышку, спрятал, там ее комар не достает. Парарарара, лопает задумчивость и пышку с маком, за отрядом мне хотя бредет. И пока дошли до перевала, харчище с Фединой вине, да задумчиво сказал он, это я цветы писала, что же оставалось мне? Мозоли на пятке, синяк на лопатке, пропал носовой платок. Его купила мама. Пережить все эти беды, да еще не пообедать я практически не мог. Сроду Федя не был оптимистом, не был, жизнь не искал опасных троп. Парарарара, все вы сумасшедшие туристы, все вы меня загнать хотите в гроб. Да-да, я знаю, не пойду в поход, я даже близкий. Телевизор я себе куплю, брошу я рюкзак туристский, лучше я займусь английским и на курсы поступлю. До самой смерти уж вы мне поверьте, походы я ни ногой. Идите сами в горы, мне верните идеалы и подушек с одеялом, вышлите меня домой. Мне верните идеалы и подушек.
с одеялом, вышлите меня домой. Ой, как, смотри, сколько людей, ты видишь? Ой, сколько ой, людей? Ой, вы еще не засыпаете, нет? Ур, еще некоторые не засыпают, отзываются. Все, остальные все спят? Хорошо спят? А с кем спят? Надо каждого спросить. Эй, Степановна, ты ничего спросить не хочешь? А что спрашивать? Я вот все думаю, что у меня борода не растет. Ну ты с ума сошла. Ну ты же женщина. Что, я еще и женщина? Так, с тобой все понятно. А с этой что? Господи. Что это? Вот, познакомилась. Все иди. Женей Фридлендом зовут. Все иди. Вы не смотрите, что он интеллигентный с виду. Все иди, у меня тут женщина. А в душе настоящий пират. У меня тут женщина, от меня будет рожать ребенка, когда ты уходишь. Хорошо. Ну шо, сейчас будем смеяться. Болотов, как ты? Понял? Понятно. Песня, есть такой, кому это самый автор, Кочетков его фамилия, вот, ну, условно говоря, пиратская. В конце все хлопают, понятно, да? Мой дедушка старый, мой добрый старик, мечтал, что я стану большим скрипачом. И даже в далеком Милане я буду играть на концерте. А внук его глупый затягивал крик, ведь он не хотел быть большим скрипачом. Он плавать мечтал в океане на старом пиратском корвете. Среди акул и альбатроса мечтал стоять он на борту, слегка подвыпившим матросом, с огромной трубкой во рту, крича в бою осипшим басом, на абордаж орлы вперед, быть одноногим, одноглазым, и даже раненым в живот, как он мечтал из океана, вернуться на родной причал, веселый, раненый, пьяный. О, боже мой, как он мечтал в портовом кабаке Ривьера в объятиях гейши умереть, крича, а ну, скрипач, холера, давай играй, мы будем петь. Давай играй, мы будем петь. Но время проходит, и дедушки нет. Он больше не будет стоять над душой. Теперь-то ему безразлично, что внучек-скрипач в ресторане. Он по вечерам достает инструмент и мучит скрипку, и всем хорошо. Ему же это все безразлично, ведь он далеко в океане. Среди акул и альбатросов мечтал стоять он на борту, слегка подвыпившим матросом, с огромной трубкой во рту, кричал в бою осипшим басом, на бородаш орлы вперед, быть одноногим, одноглазым, и даже раненым в живот, как он мечтал из океана вернуться на родной причал, веселый, раненый, пьяный. О, боже мой, как он мечтал в портовом кабаке Ривьера в объятия гейш умереть, крича, а ну, скрипач, холера, давай играй, мы будем петь. Давай играй, мы будем петь. Он спел бы на скрипке про скрип старых мощь, про боцмана злую собаку. А маленький, злой, одинокий скрипач играл бы на скрипке и плакал. На-н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 а-
Получилось. Так пошло. Так, с трудом, но пошло. В конце пошло. Ну что, я вам хочу сказать, что сегодня в зале вообще, чтобы вы знали просто, да? Находится человек. Вот. У которого такая простая фамилия, русская причем очень такая фамилия, Мюллерман. Вот, давайте похлопаем этому человеку. Александр Розенбаум. Ну, нету времени пообщаться с друзьями, но дальше по тексту. Ноги ходят сами по себе. Руки жму, не чувствую тепла, головой забиты, черти чем. Открываю двери кабинетов, не всегда семь бед, один ответ, может быть, и нужные дела. Только вот не знаю я зачем. Мне сдалась вся суматоха эта, и ложатся дела на нас временем. Нету времени пообщаться с друзьями, не время. Нету времени, нету времени. А есть хочу, а стоять за пельменями. Нету времени, но нету времени, но нету. Нету. Две недели струны не менял. И уже не строит по ладам, обижается на свою судьбу. Женщина моя, моя гитара, ты прости меня, я не гулял. И я как бобик бегал по задам, хлопоты чужие на горбу. И от этого мотивчик старый, может, спел бы арию Грени. Нету времени. Нету времени. И получил бы квартальную премию, но нету. Нету времени. А есть хочу, а стоять за пельменями. Сами знаете, шо, да? Но нету времени. Ну, нету. Последний куплет, все смеются, пожалуйста, да. Поактивнее, что все, я прям не знаю. Можно даже потом похлопать, да. Опа, а ну, правильно, хорошо. Молодцы, так держать. Как же он начинается? И раз. Ура, все, я забыл. Все, забыл. Все, мы вас всех любим. Приходите на наши концерты. В субботу-воскресенье у нас состоится гранд-мероприятие «Парк Горького». Вот, вот как раз товарищ Мюллерман у нас художественный руководитель всего этого дела, да? Вот, и там, значит, у нас что будет? У нас там будет ярмарка ремесел, раз, да, в 12 часов дня начинается, да? Все бесплатно, пожалуйста, все, кто что-то может руками, там, головой и так далее, да? Потом у нас там идут мероприятия, клоуны выступают, вот, для деток там концерт будет, барды будут петь, вот. У нас будет презентация аллеи легендарных харьковчан, проекта такого очень красивого. И потом в конце блок идет барды 60-е, 90-е, и заканчивается это все бардроком таким серьезным. И все это два дня, все время разные команды. Приходите, я думаю, не пожалеете. Все, концерт наш продолжается, да? Добро.
познакомилась, видели? Видели? Дознакомилась, во. Уже нянчит. А что? Барды не как дети. Ага, ты хочешь сказать, что дети, они как барды, да? Да, дети тоже хорошо. А вы думаете, дети еще как хорошо? Вот. Маленькое путешествие в южные страны. Песня Байрака. Восток. Зрители, вы, наверное, заметили, что у нас царит матриархат на нашем концерте. Нас ведут, приводят, уводят. И здесь часто появляется колоритная такая дама. Вот хотите, я о ней правду расскажу? Что вы не все, наверное, знаете. На все лицо улыбочка свежа, как утро раннее. Она, конечно, рыбочка, но рыбочка... Пиранья.
обиделась. Ну, вообще, для начала я скажу вам, что у нас сегодня юмористический концерт, а юмор, как известно, дело серьезное. Поэтому я буду говорить с вами о серьезных вещах. Ну, к примеру, труднее всего на свете быть поэтом. Я к вам пришел, чтобы рассказать об этом. Первая часть моего выступления, я ее условно назвал «Свобода слова без Савика Шустера». Мы с политикой очень тесно связаны, не можем отвязаться от них, или они с нами как-то повязаны. Вот вы знаете, что за все времена незалежности у нас сменилось 11 премьер-министров. Но это дало мне повод создать такую формулу, как у нас стать премьер-министром. У нас, чтобы премьером стать, умом не надо блистать. Вот если ты не Б, не М, и годик отсидел в тюрьме, и воровать привык без меры. Ты первый кандидат премьеры. Сейчас у всех на слуху лишение депутатской прикосновенности. То есть не лишение, а наоборот, что предоставили депутата всех уровней депутатскую неприкосновенность. Но помните те времена еще, когда всем известный экс-премьер всех нас кинул и уе. Нам не важно, где премьер, нам вернуть бы те уе. Так вот, Лазаренко Павел Иванович, это был тот человек, как раз, который лишился той самой депутатской неприкосновенности. Я вам просто напомню, как это было. В Верховной Раде кворум назбирався, и депутаты гралися, як діти. Павло Иванович, ти вже сховався? Тоді тебе ми будемо ловити. Ну и следующая тема, которая с нами никак не расстанется, это выборы. Одни заканчиваются, вторые начинаются. Вот я вам расскажу, как некоторая часть нашего населения ведет себя в день выборов. Рано утром пробудился, сунул руку под кровать, взял пол-литру, возбудился и пошел голосовать. Ну, наша жизнь не только из политики состоит, а в принципе это жизнь. Жизнь – это как бы череда различных случайных событий, вроде бы на первый взгляд. Ну, разные случаи с каждым происходят. Я вам просто расскажу несколько, которые произошли со мной. Не во сне, а наяву, раз попал я в СБУ. Как вошел туда, был новый, а как вышел, стал БУ. А то еще случай был, я как-то раз по улочке, не торопясь, ступал, и в тихом переулочке, как говорят, попал. Крутые парни хмурые мне ножки заплели, и речи некультурные со мною повели. Шуметь не надо, ладненько, и показали нож. Ты всю валюту, дяденька, нам выйми и положь. Зажал в руке я гривночку, все, думаю, кранты. Но тут ко мне на выручку подъехали менты. Поставили все к стеночке, заставили страдать. Потом мне, правда, денежки пришлось ментам отдать. С тех пор хожу раскованней, и в случае беды, уверен я, на помощь мне всегда придут менты. Еще пару маленьких случаев, такой в трамвае. Передо мной стоит, талон мне отрывает, задумчиво молчит и смотрит в никуда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с денежкой я прощаюсь навсегда. Ну и однажды мы с другом, такой случай был, пошли на рынок Барабашова. Я хожу, товар ищу, чтоб помочь товарищу. Походил, товар ища, потерял товарища. Ну и немножко прервемся на рекламу, сейчас ее много. Наши люди без обеду стали худосочные, но спасибо Блиндомеду, зубы у нас прочные. Ну а чаще всего в рекламе, естественно, показывают рекламу алкогольных напитков, пиво, водка. Но я вам скажу, что обычно не объясняют, когда, сколько, с кем. Но я, чтобы восполнить этот пробел, я вам дам несколько советов.
чтобы в хорошей форме быть, мной давно подмечено, пиво надо утром пить, ну а водку вечером. Ну а как говорили древние истины в вине, когда вино ты пьешь до дна, то сразу истина видна. Но если очень много пить, ее там может и не быть. Ну, небольшая такая спортивная страничка. Сейчас главная интрига в нашем футболе – это выяснение, кто сильнее – бразильские шахтеры из Донецка или бразильские милиционеры из Киева. Но, несмотря на такой отчаянный спор между ними, кредо руководителей команд одно и то же. Я вам его сейчас расскажу. Чтобы наш футбол вперед шагал уверенно, как говорят, всерьез, без дураков, нам надо пригласить чужого тренера и дать ему не наших игроков. Ну и чтобы подытожить все, что я говорил до этого, уж годов вереница пройдена, а все так же обида гложет, не понравится, хочет Родина, но пока что никак не может. Спасибо. Вот, может, прикормлю кого? Кому? Огурчики, помидорчики, недорого. Мужчинам бесплатно. Ой, мужчинка. И какой стройненький мужчинка. Огурчиков. У меня еще там дома есть в холодильничке. Спасибо. Спойте что-нибудь. И приходите, Василий Коваленко. Спасибо. Молодец, класс. Выключи. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, сейчас быстренько выясним, чем отличается лягушка от жабы. И такая аналогичная песня зазвучит. Значит, лягушка квакает, а жаба что? Давит. Кто сказал давит? Я не говорил. Значит, жаба полуглазовый. Люди кажут, что у жабы хитрость є така. Заховается у травці, виткне язика. Заховається у травці, виткне язика, а метелик тільки сяде на її язик. Хитра жаба хап губами, і метелик зник. Хитра жаба хап губами, і метелик зник. Пісня вся, але до чого, мова тут іде. Хто язик великий має, той не пропаде. Байка вся, але до чого, мова тут іде. Язик великий має, той ніколи і ніде, що не пропаде.